Всем привет, дорогие мои любимые зрители. Мы с вами на Петроградской. И пойдем мы сегодня с вами в магазин «Кроки» по вашим многочисленным просьбам. Потому что я снимала показ, и очень многие модницы Петербурга выгуливают аутфиты «Кроки». Вы видели в моих роликах. И мы решили встретиться. Галина, Надежда. Сейчас я к ним зайду. Они уже ждут там меня в кафе. И пойдем в сам магазин. Будем примерять, смотреть, что как. Так, мы уже практически дошли. Кроки вот там. Тут такой вот переулок. Не помню, как он называется. Потом уточним. Ну, а меня ждут вот здесь. Так, мама Рома. Так, высокая лестница. Это, я так понимаю, пиццерия. Здравствуйте. А меня ждут подружки сейчас. Так. Здравствуйте. Всем привет! Как вы хорошо тут все устроились. Я извиняюсь за опоздание, девочки, но у меня обстоятельства, вы знаете. Замечательные очки. Да? Вы носили. Я старалась. Иду же в модный магазин по просьбе дорогих любимых зрителей с самыми модными модницами Петербурга. Ты уже показывала своим зрителям твой брендированный шопер? Нет, сейчас покажу. Зрителям показывала, сейчас вам покажу. Ну что, дорогие друзья, мы с вами пришли в модный дом Кроки. Адрес вот такой вот, Подковырова 1/57. Вот, это метро Петроградская. И входим. Наши модницы Петербурга уже здесь. Так, а я захотела снять вход. Здравствуйте! Еще раз! Ну что, девушки, я просто в восторге от всего. Давайте вы все в кучку как-то встанете, чтобы было так живенько. Сейчас я сумочку свою брендированную. Да, вы только посмотрите, какой здесь собрался цветник, да? Ну, насколько я знаю, это Оля. Директор, вдохновитель. Расскажите, да. Я представитель модного дома «Кроки» в Санкт-Петербурге. И мы построили свой маленький дом, который волшебный. Люди, попадая сюда. Некоторые модницы прямо от зеркала не отрываются. Дорогие друзья, в общем, мы будем все вот это вот, всю красоту неземную рассматривать. Здесь очень много и цвета, и фактуры, и кроя, и, боже мой, что я там вижу такое красненькое. Ладно. Давайте сначала для разогрева снимем нашу традиционную рубрику «Модницы Петербурга», да, и, давайте тогда, Оля, с вас и начнем, раз уж вы хозяйка модного дома, которая нас встречает, даже вы посмотрите, что нам приготовили, пироженки, орешки, клубничку, боже мой, даже просекко, сок, цветочки, боже, как мне нравится, почему я раньше не была в этом магазине, начинаем тогда, что? Потому что они недавно открылись. Но мы уже тут как тут. И будем записывать влог. Хорошо. Ну, смотрим, Оля, ваш образ. Так, мой образ. Вы можете, кстати, еще про себя тоже рассказать. Ну, я представитель модного дома «Кроки», как я и говорила. Мы обосновались в Санкт-Петербурге. Но это наш первый шаг – создать свой личный дом. Также мы открываемся буквально через несколько недель в городе Москва. Вы в Москве открываетесь? Да, в Москве. У нас сейчас тоже будет такой же дом. Мы называем это как «Нарния» или «Алиса в стране чудес». А где он будет? В каком адресе? Так, мы сейчас позже я вам скажу. Хорошо, ладно. Это, дорогие друзья, будет в другом видео. У нас будет многосерийный контент, так что ждите. На самом деле,
Работаю с краки практически со стоков, с самого начала. И что хочу сказать, что я счастлива быть в этой команде, я счастлива работать с женщинами. И уже 25 лет посвящаю себя вам. И я стилист и матчмейкер, и просто нравится творить. И просто красавица, стройняшка. Ну, а теперь расскажите о том, что на вас надето. На мне надета коллекция марки, сделанная из хлопка. Ой, а вы можете туда вот пройтись сделанная и покрутиться? Ой, я даже не пойму, что это такое. Так. Это пыльник, позволяющий... Это, подождите, пыльник с разрезом на спине, да? Да, пыльник, позволяющий немного кокетничать. Ой, помашите вот так крыльями. Боже мой, какая красота. А там полосочка в разрезе. Брюки у нас, брюки-юбка. Почему мы именно, наши дизайнеры создают этот крой для того, чтобы женщина выглядела интеллигентно, но при этом современной, чтобы ваш ход шага был настолько свободным и, ну, позволял быть как бы более модной, более именно современной. Слушайте, ну это же просто, я не знаю, умереть не встать. Подождите, а вот эта вот кофточка, это... На самом деле, для чего эта коллекция? Я позже вам покажу о ней все. Она существует как в синих оттенках, в белых оттенках. Но это мы потом обзорчик будем сегодня. Да. Сейчас мы прям ваш аутфит. Ну подождите, я прям хочу. Значит, это красный хлопок. И вот такая вот отделочка. Давайте я приближу. Тут что-то такое золотинкое. Я немного вам расскажу. Действительно, эта коллекция на самом деле глубокая. Здесь есть своя определенная тайна. Так как мы все женщины... Некоторые женщины любят холодные оттенки, а некоторые более глубокие. Здесь таинственный лес. Осень – это когда дары. Мне нравится, что все как бы такое вот... А существует... А вот на Леночке, Лена у нас, а это зима, когда сделана коллекция, именно вставки идут такого же таинственного леса, но холодного. Поэтому... Ну, сейчас мы дойдем до Лениного аутфита. Да, и на самом деле... Я просто хотела еще раз, значит, здесь две полосочки вот спереди, и сзади тоже это безумно красиво смотрится. А подождите, я еще сейчас, дайте прийти в себя. А вот это вот не сходится, и мне нравится, что здесь вот отделано вот такой же тканью, да, как полосочки эти. А тут две полосочки сзади. А там одна. Да. И еще преимущество этого пыльника. Все, что у нас в доме, все, что в наших коллекциях, оно все носибельно и меняется. Мы сейчас пыльник сделаем, он двухсторонний. Ничего себе. То есть мы можем сделать более его. Ого. Ну, это... Таким... Все модницы нарушатся на всем пространстве России и других стран. И я позволяю себе немножечко быть более раскрепощенной, более немного заметной, чтобы на меня обратили внимание. Вы знаете, женщина всегда любит, когда на нее обращают внимание. Я согласна. Нам многие женщины пишут, а я не люблю, но они... Я думаю, будут лукавить. Все равно каждой женщине приятно, когда на нее смотрят. Ну, мне так кажется. Это правда. Слушайте, ну, просто убойный наряд. Я рада, что мы с него начали, потому что он и по цвету, и по смыслу просто убойный в буквальном, в прямом и в переносном смысле. Я просто в восторге. При этом я чувствую его потенциал для женщины любого телосложения. То есть вот вы такая стройненькая, худенькая, вам прекрасно, но я думаю, что если женщина в размере плюс сайз, на ней тоже это шикарно сядет. Да, по-другому, но... Давайте что? У нас нет границ, и мы для всех открыты. Наши размеры до 56-го. И сегодня мы будем с вами экспериментировать, и очаровательную девушку за кадром сегодня тоже ждет сюрприз. Да ладно. Девушка, это ты. Я догадалась. Тебя будем переодевать. Да ладно. Поэтому... Будете менять имидж? Ну, меня же зрители давно требуют. Марина, сколько можно? Ну вот. Они дождались. Так, ну хорошо. Так давайте теперь посмотрим наряд Лены, да? Елена. Елена,
также представитель нашего Стройняшка дома. Тоже такая. Так получается, что мы друг без друга никуда. Ну, вы правда как-то похожи. Галина, я что-то путаю. Они... Красная помада. Красная помада. Да. Но здесь дело не в красной. Ну, как-то помаде, вообще, я бы сказала, разрез дело, глаз в чем-то дело похож. Дело в том, что когда люди находят друг друга, На одной волне вы, короче, да? Как муж, ну, да. Ну, когда они становятся похожи. Так, ну а это что такое? Что такое вот это вот фартук? Что это такое вообще? Расскажите, что это? На самом деле, сейчас будем раскрывать секрет этого образа. На самом деле, Лена надета, это называется самурай. Самурай, позволяющий женщине сделать эффект... Так, подождите, сейчас это вот этот такой комбинезон платье, да. Широченный. Вот что мне нравится у вас, сразу я могу сказать, это то, что у вас много ткани. Образ богатый за счет обилия ткани. Потому что многие же сейчас идут по пути экономии. А можно, Лен, вы не повернетесь сзади? Стоп, значит, здесь мы видим молнию. И тут вот понятно. А что за ткань? Тоже хлопок, да? Темно-синий хлопок с рыжими волосами Лены. Просто фантастически красиво. Ой, ой. Вот тогда, когда нам, например, мы можем себе позволить, там есть карманы, во-первых, очень удобные. Сейчас, дайте-ка я сюда встану. Это мои новые кроссовки так скрипят, пардон. А на самом деле у всех обувь такая достаточно скрипучая. Да? Ну, у вас модные вот ботинки, похожие тоже, да. Кстати, черные и коричневые. Так, а вот это что за вообще, не пойми сейчас, что, но потрясающе. Это называется самурай. О, Боже. Мы добавляем характер, но при этом... Так, 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 а сзади еще... давайте посмотрим, что там за самурай такой. Да. Лена, вы можете повернуться? Да, да, просто... Так, а тут... ну вот давайте посмотрим. Значит, этот самурай как бы вот так, 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 так. Ага. Ой, ничего себе. Делаем женскую фигуру, но при этом немножко воинственности добавляем. И закрываем все вот, ну, у Лены тоже нету, как и у вас. Вот, а допустим... Мы делаем эффект песочных часов. Фигуру песочные часы. Даже если она, эта фигура уже давно яблоко или груша. Помните, о чем мы говорили, а здесь... коллекция именно с рисунком таинственного леса. Давайте, зима. Они зима. Вот как будто как... А это готовая ткань или вы еще сами еще все покрасили? Марки. Или подбираете? Подбирается. Как марки, это да? Это нашивается. Так и называется коллекция марки. Все, что мы будем... Вот эта коллекция сегодня... называется марки. Да. То есть она есть в темно-синем и в красном. Белая. Еще и белая. Сочетание красно-синим, белое-синим. Все, что у нас в магазине... Это как вещь-друг. Ой, ну мой наряд просто вообще будет какая-то скромница Петербурга, никакая не модница. Очень красиво. Я в полном восторге, да. Ну все, становимся фанатами вашего магазина. Что же делать? Ну что, скромные модницы, давайте и вас снимем. Давайте. Черно-белая, серенькая. Я такая же, как вы тоже. Надежда. Да. Так, всем привет. Я снова на канале у Марины, чему безумно рада. Тебя очень любят зрители. Да. Правда? Да. Ты что, ни разу не читала комментарии? Я когда только выходит со мной, я посмотрю. Сейчас просто у меня такой интенсивный период, что... Ну, я обязательно посмотрю тебя. Мне очень приятно. Спасибо большое. Рассказывай свой аутфитик. Сегодня у меня, как всегда, микс. Брюки нашей фирмы Lime. Угу. Это лен, что ли, да? Такой это какой-то? Искусственный лен с добавлением. То есть маечка Яниса Чемолиди. Ага. Вот, а это Массимо, моя любимая, когда-то закончила. Массимо Дути. Обожаю Массимо Дути за то, что они все-таки очень красиво умеют обыграть этнику. Да. Современно. Да, да. А я вот люблю этнику. Да, ну чтобы это было... Да. Вот, покрутись, пожалуйста, Надь. Да. Ой. Какая красота! Вот что значит все-таки такая стройная модельная фигура и внешность. Ну, все, да, обувь, честно говоря, даже не помню, кто. Давно. Со стразиками. Да, давно. Куплена
честно, даже вот не помню. Ну, я хочу сказать, что у нас сегодня жарко. Надежда даже рискнула без рукавчиков прийти. В общем-то, нормально. То есть можно, да. Ну, у нас, как обычно, кто-то в пуховичках, кто-то в трусах. Вот я такая средненькая. Так, ну что, девушки, четвертая лайм, какие-то цвета тут. Для моего дзен-канала, кто не знает, я тоже пользуюсь случаем, прорекламирую себя. Ссылочку на дзен-канал Галины я оставляю, кстати, всегда. И я выкладываю ролики, Галина, с твоим участием, твое интервью, ну, которые мы раньше на Ютубе снимали. Я их выкладываю на дзен, и ссылочку на дзен-канал Галины оставляю. Молодец, спасибо тебе. Дай бог тебе здоровья. Спасибо, дорогая. Так, что? Что? Что на тебе надето? Сверху? Ну, сверху очки на тебе... Очки Гуччи. Уна де Синкуэнта. Да. Угу. Так, это дизайнеры делают. Такие вот российские. Сейчас, да. Вот белые. Золото с серебром. Да, мне очень нравится, когда белые... сочетается серебром. Не белое с серебром, а белое с золотым белое сочетается. Белое с золотым, да. Да. Засмотрелась. Так, на мне, значит, вот такой жакет. Ага. А ты прокрутись, у него же тут самые интересные. Да, с такими вот деталюшками, вот с таким вот... Стразиками, да, в честь вот... А, подожди, у этого, товарищи, посмотрите, у этого пиджачка вот такие вот лаймовые, желто-зелененькие. Да, поэтому сумочка у меня тоже вот с такими. А где ты взяла такую сумочку? Это наш питерский дизайнер. А, туда можно вставлять разные... Любого цвета, да. А, можно то есть, вообще вытащить. То есть, если бы ты была в оранжевых или в красных, ты бы их вставила. А где ты вот эти штуки берешь? Она все дала в комплекте. А, да? Да. Ничего себе. Вот видите, дорогие друзья, российские дизайнеры продолжают нас удивлять, да? И какие разные стили. Она потрясающий человек. Она закончила нашу академию искусств. Она даже, вот сейчас она мне делает ремень широкий для того, чтобы носить сумкой. Она делает баски, она делает портмоне. Она даже может вашу старую сумку провести тюнинг и разрисовать ее, потому что она художник, она рисует. У нее очень много, у нее все такие авторские, то есть там... Ну, здорово. Да. Я думаю, тебе напишут ссылку. Пишите вопрос и ссылочку Галина даст на своем дзен-канале. Да. А вы перед этим не забудьте подписаться на него. Значит, брючки на мне Юникло. Вот прям, вот просто вот не хватает. Вот Юникло не хватает, потому что базовые, простые. Да. То есть вот такие классные, дизайнерские, мы теперь знаем, где брать. А вот, типа, футболочка... Футболочка, и муж мне говорит, а футболочки мы где покупали? Я говорю, в Юникло, который вот... Ну, может, еще придет. Я недавно была в галерее, он на месте. Ну и все? Ну, ботиночки в цвет... Просто подобрала, да? Да. Ну, здорово, молодец. Ударила по зелененькому такому солнечному. Ну, это не зелененький, это лайм. Ну, лайм, ну, а лайм... Ну, желто-зелененький, ладно. Мы сегодня обязательно рассмотрим эту историю. Мы сегодня тоже добавим желтого. Кстати, есть эксперимент сделать сочетаемое с несочетаемым. И Галину мы сегодня будем одевать, представлять на ней коллекцию из шелка. Про Галину всегда пишут, что на нее надень мешок, и она звезда. Нет, все равно. Вот это сейчас я запишу для своего канала, да? Что ты скажешь, мы сейчас будем... Так, все такие блогеры. Так, ты хочешь предложить мне сегодня? Тебе понравились вот эти детали, то, что у меня... Сегодня меня вдохновили желтые оттенки, поэтому мы сегодня будем представлять коллекцию сочетания шелка, замши, шерсти и супермодных босоножек. В общем, я чувствую, нас ждет, я чувствую, нас ждет бомбическое видео. Сделаю Феррари по-питерски. От окна лучше. Ой,
Я мокрая. Немножко не по погоде, дорогие друзья, оделась. Но так как у меня образ в целом и общем, да, ну вы видели, какие модницы были до меня, поэтому я тут самая скромняшка. Как обычно, я сама себя рекламирую, показываю сумочку. Меня, кстати, сейчас вот это как раз в метро, прочитали, и девушка напротив мне так: это типа вы? Я: да, да, я якобы скромная. Это вот это скромная? Да, якобы скромная. Но на самом деле я же не скромная. Да, так вот, эта курточка, если не вообще вся какая-то Юникло, надо отходить от них, надо уже полностью переключаться на российских дизайнеров. Курточка Юникло совместно с Jill Sander, брючки тоже Юникло, футболочка Юникло. Так, что еще? Распахни, пожалуйста. Кроссовочки. Фриду, да, покажи. Да, да. Ты, кроссовочки, кеды. Ты неравнодушна к Фриде. Это ты моя даже, вообще ты даже делала любимая украшения. Женщина. Да. Да. Вот. И кроссовочки прикупила в Экко. Две пары недавно, потому что, ну, думаю, что они могут уйти, поэтому я так сказать... Это прям серебряные носочки, чтобы они перекликались с твоей сумкой. С сумочкой, да. Я всегда говорю, что левая лямочка на лифчике должна сочетаться с бантиком на правом босоножке. Да. И обратите внимание, что в следующем году мы отмечаем 10 лет. Да, моего канала, потому что в 2013 году я начала выкладывать свои первые видео, которые, кстати, были стрит-стайл. Да. Я так снимала. Что давайте ваше предложение, как отметить эту дату. Да, вот. Ну и украшения сегодня все по-скромному. Ну, это для меня по-скромному. Два браслета Uno de Cinquenta, кольцо Uno de Cinquenta и стрекоза Uno de Cinquenta. А, и наконец, гвоздь программы. Очки Optica Lime. Ну, вы видели, какие они убойные. Я выбирала, это просто вот фантастика, фантастика. Ну вот, дорогие друзья... Я, Галина, переведи. Надежда тоже у нас. Да. Давай, Надежда, присоединись. Да. Ну что, дорогие друзья, это было первое видео из магазина «Кроки». И сейчас мы будем тут отрываться, я так понимаю. И Оля, и Лена будут нам тут показывать свои сокровища. Ну, а девушки будут примерять, и даже они хотят да. поменять мне имидж. Вот. В первую очередь тебе. Да, потому все что, давно просили. Потому что с этим магазином мы сотрудничаем уже 3 года. Мы уже практически все перемерили. Ну, не все, конечно. Ну, может быть, процентов 30, да? Да. Вот. А на тебе? Да. Я готова к эксперименту. Ну, вы знаете, я всегда готова. Да, сегодня вы будете главным. Гостем. Да ладно. Ты... И сегодня ваши подписчики наконец-то увидят свою героиню. В другом, в другом цвете. Ты главный персонаж сегодня. Ну что, все. Ой, да. Пока-пока. До следующего ролика. Мы пошли его снимать как раз.